пришли на рождественскую ярмарку, которая проходит на Сенатской площади. Свечи, ложки. Здесь, конечно, цены выше, чем в другом месте. Так, пойдем туда. Туда пойдем. А здесь что такое? Рыбные какие-то изделия. Какие красивые штучки, бабочки. Всякие ангелочки. Ага. И здесь такие ангелочки. Птички. Будем покупать что-нибудь? Национальные. А, птички. Какая красивая вертушка. Он сам вырезает. Пахнет деревом. Что там вырезает? Красивый. Так, пахнет вкусно. Он вырезает, сидит. И запах приятный. Здесь финские. Здесь свечки. Ой, пойдем вот сюда посмотрим. Что-то здесь очень красиво. Оригинально. Рыбу не хочешь? Не желаешь? Баночку рыбки. Здесь из камней. Всякие разные украшения. Щетки. Костюмчики. Здесь что-то вязаное. Варежки. Сама сидит вяжет. Здорово. Пойдем дальше. А, ты смотришь, что тут, в каких рядах что расположено. Пойдем дальше посмотрим. Может, что-нибудь купим? Ветер. Ветер, ветерок. Здесь что? Конфетки. Медок. Здесь... Не знаю, покушать что-то можно купить. Кафешки. Посмотрим сейчас. Так, здесь какие-то книги. Здесь ножи. Перчатки. Стельки. Какие красивые. Какие красивые открытки с птичками. Карусель поехала. Детишек катают. Вот как она крутится. Сейчас днем мало народу. Поедем? Давай сядем, прокатимся. А? Тут и взрослые, и дети катаются. Здесь кузнец кует, видать. Видите, какие инструменты, огонь горит. Тиски у него. И там кованые изделия, вон, ларечки. Картины. Конечно, здесь цены завышенные. Здесь можно с собой вот эти вот вкусняшки. Варенье. 7-5 евро. Печенье. Конфетки. Здесь что-то. Крема какие-то. Много всего.
разного. Детские ритузики. Какой костюмчик хороший. Для малышей варежки. Что тут, медок? Чашки. 10 евро чашка. Открытка. Евро 50. Это где-то 80 рублей получается. Здесь украшения. Так, а здесь мы, по-моему, уже были. Мыло здесь пробовать дают. Ну вот и обошли ярмарку. Пошли дальше. Внутрь. Какая красота. Какая тишина. Ну как потолок, свод. Сидим. Посидим немножко. Ой, какой орган большой. Наверное, здесь звучание хорошее. У этого органа. Посидим. Подумаем. Погреемся даже. Видите, какая елочка тут. Большой забор. Хорошо по органу послушать здесь. Как тепло. 50. Хочешь такую свечечку купим? 50 центов стоит. Вот. Ее можно купить и поставить. Ой, а пахнет как вкусно. Идем. Какая витрина оформлена. Сказочно. Здесь кафешка. Здесь кругом одни магазины. Зашли в магазин. Я Вадима жду. Купол такой. Сейчас были. Смотрели. Разные. Кофточки, ничего не выбрали. Вон какие сиденья. Елка красиво оформлена. Наряжена. Симпатично. Игрушки все красивые. Вон какой шарик красивый. Мягкий. Симпатичный. А здесь с короной шарик. Вот. С короной. А этот... Колючий? Нет, а этот тоже не колючий. Симпотная елочка. Идем сейчас в Токман. Нас тут вон развлекают местные музыканты.